Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас идет в обзоре профессиональный набор инструмента, набор от компании Intertool ET6056. Набор состоит из 56 предметов. Поставляется набор в черном кейсе, сверху вот такая вот упаковочная коробка идет. Важная информация на коробке, это комплектация. Потом сторона изготовления, это сделано в Тайване. Все наборы Intertool, которые идут с красной трещоткой, то есть не зеленый кейс, это изготавливается в Тайване инструмент. Далее, хром-ванадиевая сталь, материал изготовления и два рабочих квадрата идет в комплекте. Начнем с трещоток. Трещотки здесь на 72 зуба, то есть мелкий шаг. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 26 см и под квадрат 1,4 составляет 14,5 см. Здесь, видите, полностью трещотка покрыта полипропиленом, то есть защитным слоем. Она идет прямая. Рукоятка комбинированная, черные вставки, это резина. Есть реверс, быстрый сброс головки и трещотки разборные. То есть можно разобрать, смазать или обслужить внутри. Отверточная рукоятка, ручка здесь также комбинированная, пластик, резина. Есть квадрат присоединительный, можно то есть использовать как отвертку с реверсом. Также можно подсоединять удлинитель, удлинять дополнительно. Данная отверточная рукоятка применяется или с головками под квадрат 1,4, или с битами. Биты здесь прессованные в головку идут. Удлинители. Под квадрат 1,2 в наборе два удлинителя 125 и 250 мм. И под квадрат 1,4 один удлинитель 75 мм. Также удлинитель 250 мм можно использовать как Т-образный вороток. Этот переходник также используется для перехода с 3/8 на 1/2. Это у кого есть дополнительно трещотка или вороток под 3/8. Можете использовать головки из этого набора. Свечная головка 21 мм. Здесь свечная головка только одна. 16 мм в наборе нет, только 21. Внутри есть резиновая вставка для того, чтобы свеча не выпадала. Два кардана, 1/4 и 1/2. Карданы здесь скреплены металлическими штифтами такими. Или втулки металлические, то есть они не разборные. Набор бит. Биты здесь спрессованные в головку. Общее количество 18 штук. Есть шестигранные, есть биты торкс, крестовые и биты шлицевые. Так, по головкам. В наборе шестигранный профиль. Под квадрат 1,2 у нас здесь 13 штук. И под квадрат 1,4 11 штук головок. Начнем с 1/4, самый маленький размер, здесь 4 мм, 6 граней. И самый большой размер под квадрат 1,4, 13 мм головка, 6 граней. Под квадрат 1,2, самая маленькая 10. И самая большая на 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 230 грамм. То есть тут такие головки увесистые. Они полностью покрыты вот таким вот, в общем, не блестящий слой, а глянцевое покрытие полностью. Нету какой-то ребристой поверхности, как обычно делают, половина разделяет головку на две части, и тут какая-то ребристая поверхность, чтобы можно было крутить. Здесь они полностью идут глянцевые. Есть логотип Intertool на головке, на металле, хром-ванадий, хром-ванадиевая сталь, и размер головки 32 мм. И набор ключей, вот такой Г-образный есть. По комплектации визуально по инструменту. Инструмент профессиональный, поэтому все части очень хорошо изготовлены, весь инструмент, то есть нету ни сколов, ни каких-то вмятин. Как видите, нанесено защитное покрытие глянцевое. Кто-то в этом может увидеть минус, потому что остаются отпечатки пальцев, но в этом есть и плюс, потому что инструмент, если вы запачкаете маслом, его очень легко вытереть, и он опять у вас блестит и сияет. Кейс здесь полностью металлический, замки металлические в наборе, рукоятка также из металла идет.
Единственная вот эта пластиковая часть внутри набора, в которой сам инструмент уже находится, идет и из пластика. Теперь по самому кейсу. Кейс металлический. И на крышке, на верхней, есть полностью комплектация набора идет. Видите. По габаритам. Вес набора 5,6 кг. Высота 5 см. Ширина 45 см. И длина 19 см. Запирание на металлические замки. Ну, полностью из металла. Конечно, это плюс. Кейс здесь черный. Черного цвета. Тоже глянцевый. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. Ну и ставьте лайк, кому это видео помогло с выбором инструмента или понравилось. До свидания.